Мяу, мяу, мяу. Всем привет, мои котята. Это я, кошка Лана. И сегодня я снова буду играть в Roblox. Но на этот раз в Roblox выживание от разных стихийных бедствий. Я не знаю, что меня там ждет, но я знаю, что там может быть ураган и наводнение и какие-то другие страшные вещи. Не знаю даже какие. Так что я уже немножко даже боюсь, но очень хочу поиграть. Давайте начнем. Мяу. Ой, вот там вот что-то происходит. Мяу. По-моему, там наводнение, ребята. Ой. Ой-ой-ой. Что это и куда бежать? Ой, смотрите, там какая-то туча страшная. Неужели пойдет какой-то ужасный дождь или что вообще? Ой, мяу. Я боюсь. Так, тут наверх лучше, наверное, не забираться. Ой. Ой-ой-ой, я уже успела пораниться еще. Даже ничего не началось, и я уже поранилась. Так, это какой-то магазин, мяу. Ой, написано, что это кислотный дождь. Хорошо, что я зашла в здание. Только не проезд ли он здесь крышу? Мяу. Ой, смотрите, там крыша сломалась. Мяу-мяу-мяу. И что же делать? Ой, и там все поломалось. А где спрятаться? Ой, ой-ой-ой, куском крыши меня передавило. Мяу, ребята. Так, спрячусь-ка я вот здесь. Смотрите, моя полосочка здоровья уже желтенькая даже. Мяу. Ой, и я выжила. Здорово, первый раз играли и первый раз выжила. Ой-ой-ой, тут танки какие-то. Опасность, вертолетик. По-моему, кто-то туда сел и уже управляет. Ой, танками кто-то управляет. Может быть, стоит забраться в танк? Шторм какой-то. Нужно спрятаться. Ой, ой-ой-ой, ребята, по-моему, мы тут все не выживем. Я тут в танке сижу и прячусь от шторма. Вы такое когда-нибудь видели, чтобы от шторма прятались в танке? Но тут все танки ломаются. Вот это опасная игра. Ой, гроза. Вот, может быть, здесь я смогу под танк. Надеюсь, меня не передавит. Вот так вот. Ой, опасно. По-моему, тот танк, в котором я сидела, только что попала молнией. Да, вот он, смотрите. Хорошо, что я ушла оттуда. Ну вот, вроде как, тут я в безопасности. Нет, тут так за... Нет, не в безопасности, ребята. Ой-ой-ой. Ой, куда бы спрятаться? Мяу. Тут все летает. Эти молнии. И я выжила. Да, я успела выжить. Ой. Тут какие-то машинки. Ага, смотрите, мне даже можно, по-моему, сесть. Только почему я не могу сесть в машинку? Вот, а, вот так нужно садиться. Здорово. Только, по-моему, это не лучший выбор сейчас. Так. И смотрите, вроде пока все спокойно. Никаких стихийных бедствий нет. Ой, пожар. Сейчас будет пожар. И, по-моему, он уже где-то начался. Мяу. Вот машинка одна горит. А, вон там огонь. Ой, мяу. Ой, внизу огонь. Смотрите, все горит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все просто полыхает внизу, мяу, ребята. Ой, что делать? Куда бежать? Ой, там все сгорело, и сюда огонь подбирается. Мяу. Мяу, все в огне, все горит. Ой-ой-ой. Смотрите. Я тут стою на дереве. Почему-то дерево не горит, хотя... Ай, сгорело. А, ребята какие-то выжили. Нечестно, я же почти выжила. Так, еще одна карта. Ну, посмотрим, что там будет. Вот, по-моему, я уже вижу ее. Да. Ух ты. И куда бежать? Мяу. И главное, что я не знаю еще, какое бедствие будет. Если бы я знала, я бы уже примерно могла догадаться, куда бежать. Ой, вулкан извергается. Мяу. И куда прятаться? Куда прятаться от вулкана? Ой, ой-ой-ой, меня еще и стукнуло. Ой-ой-ой. Ой, мяу. Ой, домик развалился прямо здесь, прямо рядом со мной. Мяу. Как сложно. Вот они тут летают. Ой-ой, еще один кусок. Ой, мяу. Ой-ой-ой. Еще же главное в воду не упасть туда. Так, может вот тут я могу спрятаться теперь около этого куска. Ой, меня только что столкнули. Нет, ну вы видели. Кто-то взял меня и столкнул. Я даже не знаю, кто это и почему, мяу. Какая-то новая карта. Такой еще не было. Ой, да.
домик такой хорошенький. Только там опять какая-то туча идет. Мяу, нужно, наверное, в дом залезть. И тут столько ребят играют. Мяу, очень популярная игра. Что-то страшное наступает. Смотрите, видимость стала хуже. Ой-ой-ой. Ой, ребята, по-моему, это ураган. Ой-ой-ой, я вот тут вот, пожалуй, спрячусь. Ой, ребята, смотрите, уже куски стен вырывает. Смотрите, здание рушится прямо у меня на глазах. Ой-ой-ой. Ой, нет, я хочу выжить. Может быть, лестница тут правда крепкая. Мне кажется, что сейчас нас всех унесет. Так, я вроде пока еще держусь. И я выжила, вот это здорово. Офис какой-то, следующая карта. Стеклянный офис, ну давайте посмотрим, что там будет. Такой красивый. Мяу. И опять шторм какой-то надвигается. Вот все стекла повыбивает и будет опасно. Ну, давайте сюда пройдем. Я пока побуду на первом этаже, потому что не знаю, что еще за бедствие. Так, опять ветер? Неужели опять ураган, что ли, будет? Ой, почему оно улетело, кусок лестницы? Ну, тогда я сюда стану, и мне здесь будет спокойнее. Мяу. Там, по-моему, уже поломало куски здания. Это какая-то вьюга, наверное. Ой, ребята там падают и разбиваются на кусочки, мяу. Ой, еще один. Ой, снесло еще кусочек лесенки. Так, а тут стекла нет. Ой-ой-ой. Ой, не знаю, что это, но мне это не нравится, ребята. Вон стекла целыми кусками отлетают прямо впереди меня. Этот стеклянный офис уже совсем не офис и почти совсем не стеклянный. И я выжила. По-моему, у меня очень хорошо получается играть. Смотрите. Ух ты. Там какой-то пляж. Смотрите, еще что-то. Сейчас мы там все окажемся. Вот мы на пляже. Так, ну я думаю, нужно куда-то вот туда, к тому зданию пробраться. Мне кажется, там будет безопаснее. Потому что здесь, на пляже, как-то... Ой, да что ж вы толкаетесь-то все? Ребята. Ой. Опять небо потемнело. Страшно. Ой, смотрите, а здесь серфинг можно взять покататься. Здорово. Жалко, что сейчас это место будет полностью уничтожено. Ой, ой-ой-ой, кислотный дождь. Так, вот сюда куда-нибудь встанем. Ой, нет, нет, наверное, стоит под лестницей спрятаться. Да, мне кажется, тут будет безопаснее. Я всегда прячусь под лестницей, заметили, ребята? Смотрите, все ко мне прибежали под лестницу. Они что, знают, что нужно здесь тоже прятаться? Мяу, ну, надеюсь, мы все с вами выживем, ребята. А, вот мальчик ускакал. Он что, хочет под дождь попасть? Он глупенький, возвращайся, правильно. Вот так вот. Ой, кто-то там развалился на кусочки. Ну что, он опять туда пошел? Ой, глупый. Мяу. Да, дождь кончился, и мы выжили. Здорово, смотрите. Я столько раз подряд выжила уже. Мне нравится эта игра. Так, ну давайте посмотрим, что нас дальше ждет. Вот там какая-то новая карта. А, мы там уже были, по-моему, ребята, да. Так. Ой, что-то уже сломали. Ой. Я улетела в космос куда-то, ребята, смотрите. И сейчас я шандарахнусь на землю. Смотрите, я где-то летаю. И в космосе, по-моему, я... умерла. Не знаю, как это случилось, почему вдруг я так высоко подлетела. Все там живы еще. У них только начался пожар, а я уже тут погибла. Мяу. Вот, смотрите. На. У них там на заправке пожар. Ну да, это логично, что на заправке пожар. Заправки опасные. Вот, я только могу наблюдать, как они там убегают. Интересно. Кто-то вообще выжил? Да, выжили. Молодцы какие. А я улетела. Смотрите, когда был ураган, я не улетела. А когда был пожар, меня унесло в космос. Вот это странно. Я летающая кошка. Ой, смотрите. Вот так меня кто-то пнул, и я снова улетела опять. Не пинайте меня. Ух ты. Кто-то в костюме собачки. Эй, подожди. Стой. Ой. Ух ты. Симпатичненький такой. А костюм кошечки тут можно сделать? Я хочу костюм кошечки. Ну что, снова залезем, что ли, обратно под лестницу? Но если вдруг случится наводнение, то это будет плохой выбор. Ну а главное, чтобы меня снова кто-то не унесло. Не хочу быть больше летающей кошкой. Ой, цунами. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой.
землей, и куда же мне от него спрятаться? Вон оттуда идет волна страшная, огромная. Мяу. Может, сможем спрятаться вот здесь где-нибудь? Вот здесь. Ой, я думала, там земля, ребята. А там вода. И теперь я плавающая кошка. Вот так была летающей кошкой, плавающей кошкой. Смотрите, вон их накрывает цунами. Интересно, кто-то из них вообще спасется? Ой-ой-ой, смотрите, все поломалось там. Мяу. И маяк вот этот тоже. Ой. Вон они все, прям выпрыгнули все. А, ну смотрите, кто-то жив. Я смотрю, там прыгают еще живые. Надо было становиться под лесенкой, ребята. Под лесенкой мы бы выжили. Но что-то мне на голову стало. Эй, уходи. Вот здесь пока что. Ой, микроволновочек, смотрите. Я села и жду тут такая. У них там бедствие, а я сижу. Мяу, ну сейчас точно сорвет крышу, и мы все улетим. Смотрите, там вон уже какие-то огромные куски летают. Да, ребята, вокруг ураган, а кошка Лана сидит и отдыхает. Крыша там отваливается. Да. Совет от кошки Ланы, как выигрывать в эту игру? Нужно сидеть и никуда не уходить. Просто где-нибудь спрятаться и не двигаться. Ой, тут какие-то фиолетовые штуки летают страшные. А, по-моему, этот кубик был больше. Так, крыша уже везде поломана. А я тут сижу. Мяу-мяу. Меня немножко придавило столом. И я выжила, смотрите. И правда, во время урагана можно сидеть на стульчике, и все будет хорошо. Ой, только вот, по-моему, я тут теперь застряла. Ребята, смотрите. Все исчезли отсюда, а я осталась на этом острове. И как же так? Смотрите, даже не попала в меню. Вот, карта выбрана, и я уже здесь. И меня замуровала. Ой, а теперь выпустила обратно. Вот это было странно. А это что, какой-то парк развлечений? Ух ты. Смотрите, тут можно кататься. Так. Вот здесь вроде бы относительно безопасно. Да, мне кажется, нужно забраться наверх. Что-то мне подсказывает. Нет! Сбросили меня, мяу! А тут да, наводнение, я так и знала, смотрите. Вон там вода поднимается. А я была так близка. Просто кто-то вредный меня столкнул. Ой, но те, кто туда забрались, по-моему, тоже не выживут. Сейчас эта штука сломается. А нет, выжили. Вот, если б меня не столкнули. Тут все такие злые иногда. Берут, толкают тебя, а ты всего лишь доброй кошкой, не хочешь никого толкать. А они толкают и все. Так, ой, тут будет как-то опасно, по-моему, выживать. Мяу, там уже крыша обваливается и куда-то улетает. Но здесь вроде бы... Ой, стену сломала. Нет-нет-нет, здесь не нужно стоять. Или вот сюда. Ой, кто-то мне в друзья добавляется. Да, ребят, вы можете добавляться ко мне в друзья, но в Роблоксе можно иметь, по-моему, только 200 друзей. У кого уже есть 200 друзей, тех я не могу добавить. А когда у меня будет 200 друзей, то я никого не смогу добавлять в друзья. Вот, мяу. Но лучше, чтобы вы писали свой ник в комментариях. Потому что, так, я не знаю, вдруг я добавлю кого-то не подписчика, а потом на подписчика не останется места у меня в 200 друзьях. Мяу. Так что, ребята, обязательно напишите в комментариях, кто играет в Роблокс. Я выжила. Да, напишите в комментариях, кто играет в Роблокс и добавился ко мне в друзья, напишите свой ник, чтобы я знала, кого добавлять, а кого нет. Ну и заранее хочу извиниться перед теми, кто не сможет попасть в 200 друзей моих. Потому что 200 это как-то мало. И новая карта. Я думаю, эта карта будет последней, ребята. Не знаю, выиграю я на ней или проиграю. Ой, по-моему, проиграю, потому что я не знаю, куда здесь бежать и где вообще прятаться. Рыцарь какой-то стоит с мечом. Меня выкинуло из будки. Я немножко полетала. Так, ну ладно, значит, я туда уже не помещаюсь. Ой, торнадо! Вот он прямо здесь. Значит, до этого был не торнадо. Мяу, убегаем от торнадо. Ух, так, вот сюда. Вот сюда он уже не пойдет, он тут уже был. Мяу. Вот это опасно. Не видела еще здесь торнадо. Мне все время одинаковые бури попадаются. Так. Ой-ой-ой. Ой, там меч у рыцаря. Вырвало из рук, и он тоже летает теперь. А-а-а, какая опасность. Я просто тут бегаю кругами от торнадо, ребята. Вот так игра. Все разрушил, смотрите. И да, я выжила.
Ну что, ребята, мне очень понравилось играть в эту игру. Я так много раз выжила и даже какое-то достижение получила. Ух ты! Не знаю, что это, но мне нравится. Так что, ребята, спасибо всем за просмотр и пока. Мяу.